Виталя, Honda CR-V 2.2, двигатель N22A2 на бошевских форсунках, так понимаю. Короче, такая ситуация. Сейчас. Может, ты сталкивался. Заводится. И вот я газую, смотри. Больше не поднимается, педаль в пол. Отпускаю, глохнет машина, короче говоря. Машина прогрелась. Короче говоря, крышку заливную снимаю, масло разбрызгивает сильно, дым идет оттуда. Это первое. Второе, ошибка по сажевику. Вот ошибка вот есть такая, как на той HR-V. Вот, горит такая ошибка. И номер ошибки сейчас тебе скину по сажевому. Что знаешь, подскажи. 2008 год. Спасибо.